На конкурс дети читают и пишут стихи. Баканова Ирина, 15 лет, город Димитроград. Александр Адоевский, два образа. Мне в ранней юности два образа предстали. И вечно ясные над сумрачным путем слились созвездия, светились сквозь печали и согревали дух живительным лучом. Я возносился к ним с молитвой благодатной, следил их мирный свет и жаждал их огня. И каждая черта красы светозарной запала в душу мне и врезалась в меня. Я мира не узнал в отливе их сияния. Казалось, передо мной открылся мир чудес. Он их лучами цвел, и блеск всего создания был от светобразов, вивших мне с небес. И жаждал я на все пролить их вдохновенье, блестящий ими путь сквозь бури провести. Я в море бросился, и бурное волнение пловца мчало вдаль по шумному пути. Светили две звезды. Я видел их сквозь тучи. Я ими взор поил, но встал девятый вал. На влажную главу подъял меня могучий, меня недвижного поднял он и помчал, из пены выбросил могильную пустыню. Что шаг, то гроб. На жизнь ответной жизни нет. Но я еще хранил души мои святыни в заветных образах, небесный огонь и свет. Что искрилось в душе, что из души теснилось, все было их огнем, их луч меня оживил. Но небо надо мной померкло и спустилось. И пали две звезды на камни двух могил, они рассыпались, они смешались с прахом. Где образы? Их нет. И каждую черту ловлю, храню и с нежностью, и страхом, но не могу их слить в живую полноту. Кто силу воскресит потушив впечатлений и в образы сведет несвязные черты? Ловлю все призраки далеких сновидений, но в них божественный не блещет красоты. И только в памяти, как на плитах могилы, твои имени корят. Когда я их прочту, как струны задрожат все жизненные силы, и вспомню я сквозь сон всю мира красоту.